Stars. Слава Dark Stars, начнем. Иди нахуй. Так. Смарт-килл где-то АФКшит. Ну, можно бить трэш, я думаю. Танки, короче. Мытя, Север Снейп, Моровинд, Блоди Анджел, блядь. Вот это серьезный сегодня набор. Все в танков. Будем тут заделать танк. А, будет один РС? Ну, там тоже не был. Нет, ну если просто второй РС будет, то я лучше танком пойду во второй РС. А сейчас чем-нибудь другим зайду, какая разница. Да у меня есть танк, что ты паришься? Не, я не парюсь, нет, в принципе, разницы нет. Ты куда пропала? Ты что, на Альянсе играешь? Не, я вообще не захожу, но дел, работы, всего полно, документы оформляю, уезжать собираюсь, поэтому... Куда? Я под этим деревом. Мне нужна помощь. За мечтами, так в Испанию, что? Ну, нет, Испания меня не привлекает. Хочу в дальнейшем в Германию поехать. Ну, а сейчас пока с Польши начинаю. Найн. Да, что-то. Главное не по фильмам пойти. Как тебе могли Т-34 угнать? И Чао написал, что он каждый день питается в Плактаке. Я сижу, пытаюсь высчитать, сколько, до скольки лет он проживет. Кто написал? Чувак просто, типа, общалась с чуваком, говорит, что он каждый день питается в Макдаке. Пытаюсь вычислить, сколько дней он проживет. Что получилось? Да, хз. Нужно знать исходные данные. Ну, судя по тому, что ему 25, где-то к 30-нику его желудок намекнет, что пока, типа, брат, пока. Вы протопала захильте, у него ревностный прокнул. Может, протопал не будет закачивать мобов от хилов? Сейчас они вроде на месте должны стоят на месте, ну-ка отбеги от них, Блоди Анджел. Все, давайте ОЕ. Стоят такая, пишу, агрессор. Тупо ОЕ давайте. Ну, вот когда ты таунтишь, они ну, блядь, ты их активировал, грубо говоря, понял? Зачем ты это сделал? Они бы смотрели на кого угодно, стояли бы на месте. Не знаю, значит, трое резки. Вчера две было. Да не надо, что ли? Ну, если 40 онлайн и зайдет, в принципе, можно, но сейчас нету такого онлайн. Лучше ЦЛК закончить, короче. Не знаю. А в резке что? Раньше соберем, раньше закончим. Вот порову? Да. Я знаю, что раньше... Вот вчера почему я не собирал ЦЛК? Я, скорее всего, по пятницам вообще его не буду собирать. Потому что онлайн, блядь, 19, нахуй это надо. Ну, люди работают как бы в пятницу, в 3 часа дня. Да. Я про то и говорю, что онлайн и смысл было ЦЛК собирать после РС, поэтому РС-ку попробовал собрать, все. А сегодня вроде как выходной, попробуем ЦЛК собрать. Предыдущая, когда ситуация была немножко другая. Собиралась ЦЛК 25 оп в пятницу ходили кому надо, и в субботу в итоге в
15 минут было где-то 15 человек, онлайн 18. Ну, по-разному бывает. Ну, попробовать в любой день недели собирать, я думаю. Слева приведу. Может, не надо? Да тысяча танков, иди. Ну чё, босса не можете отвезти подальше? Отведите. Водила с меня стаунтили. Вы тянете притяжкой не вовремя, неправильно делаете. Гайд вам не записывает, что ли? Слава, я только что нормально притянула, просто с меня стаунтили. Где наш третий хил? Хатай? Не знаю. Хатай, ты в РК? Ля, ну не в бою же. Только не вижу танков теперь. Так у тебя чё, этот Вуду? Киллбот. Ты куда меня кикнул? Ну а чё ты? Приятного аппетита, Дима. Спасибо. У меня есть хотя бы дико, блин, ты что, издеваешься? Ну ешь, ешь, я-то откуда знаю, сказал. Я сказал, что я офигел. А ты взял меня и нагло кикнул. Не, я могу, кстати, и пойти мне как-то уже пофигу на эту ловку. Придется в холле приста спекаться. Зачем? Потому что кто-то афкает, а мы хилим. Так я тоже хилю. Сейчас релок быстро дальше, понял? Я все хилю. Так вчера как бог перехиливал всех. Нет, смеши. Тебя ДЦ обогнал во тьме. Обогнал во тьме. Я не ту кнопку нажал, СЕЕЕЕЕ! СЕЕЕЕЕЕ! Сейчас через хуйня, блядь. Это мутант. А там Dark Souls играешь, что ли? Не знаю, но я знаю, что он потом, когда я его кикаю, обижается. И жалуется. У меня парень играл в Fallout 4, и он постоянно мне рассказывает про каких-то супермутантов. Ну ладно. Постоянно думаю про Ваню. Давайте попробуем подойти к Савиане и, короче, забафаться в баф. Блоди Анджел, даешь каски, Ноя, кулаки, кресты. Ну, приготовьтесь. У меня что-то не получается. Смарткил, подбегай сюда. Селфиш Марон, намажь яды, пожалуйста. А то... Может, это на АДК зайду, вместо АДК? А ты кто? Стерлик. Ну, если хочешь. Ну, тебе надо? Я думал, чтобы... просто по ЕПГП, да, оказывается, парол. Давайте лучше на Ретрика. Сейчас, быстренько. Рыба слева для ульта дрочеров, рыба справа для ЦУК дрочеров. Так, погнали. Локи, дайте шкаф. Какой погнали? Тихо. Не трогайте ничего. Ну, погнали жрать кто, рыбу. Кто МТшит на боссе из танка? Ой, не знаю. Это, ну, Север Снейп, Мытья или Моровин. Ну, право ДК спекнулась. Явно, да. Больше всего у Мытья. Короче, КП. Мытья кидаю частицу, иди танкуй, Мытья. Нет, нет, стойте на месте, стойте на месте. Вернитесь назад, дайте шкаф. Плюсуй быстрее, где там твой ретрик? Сейчас, сейчас. Так, чек на локов. Only time, дай шкаф. Вон плюсанок. Где плюсанок? В мельчате. А. Вот вроде бы все ничего, у меня что-то этот Бальтазар не заходит. А, ну так меня... Северус со Снейпа спекнем в танка, там подстрахуют тебя. Я контракт на нем вечно я увожу, как я не знаю, как будто первый раз танка взяла в руку. Давай, вперед, беги. Спасибо. Потом разбафаешь ретрик кулаки, я пока всех бафнула. Что там, на шкаф никому нажать, что ли? Так нажали уже. Лизи Пан, пожалуйста, присумуйте. А, ну мы Савиану бьем. Вступление снимайте. Горите в огне хозяина! Ре.
Мырки-фывки всегда стоят там. Там лучше дамаг. Крутка дамага там идет. Ну, на 50%. За спиной танка надо стоять. Метка на вас, блядь. Что делать? Стать прям под рожу босса. Смотри, я под рожей босса. Не, не получается. Ну ладно. А! Не я. Так, давайте, чтобы тут получилось, короче. Так, этот мед разыграть. Чтобы получилось все с первого раза, надо, короче, спекнуть побольше хилов и побольше танков. Короче, в танках. Bloody Angels, Severus Snape, Morrowind, Мытя. Даринон, есть БДК у тебя? Да как мы всех ой, вас будем чё? Хилить? Скажи, пожалуйста. Нас всего два хила. Сейчас будет третий хил. Это я. Короче, на основе будет... Будет... Мы... нет. Северус Снейп. Северус Снейп. Как там дальше-то, блядь? На второй копии будет Блонди Анджел, отдашь божественную защиту до 33%, до стана, понял? Плюс время. Так, Моровинд, Мытя и Моровинд, короче, ваша третья копия. Первая ловишь Мытя, если помрешь, то Моровинд словишь. Вот. Третью? Да, третью. Блять, есть столик? Маги, дайте столик пока. Ментор, дай столик. Дайте мозгов. Слава, как бы у тебя потом рвать минут 10 внимания твоего? На чё, на БДК? Ну, на БДК, да. Мне там некоторые моменты надо. Да, потом объясню. Ну, будет время там перед Герой. Это самое. И знаете, как по хилам мы распределим? Северуса, Снейпа, короче. Ну, частицу на кого, блядь? На Блуди Анджела дашь и хилишь Северус Снейпа нон-стопом. Изи Вэй хилишь нон-стопом Северуса Снейпа, это МТ. Дуду Типка тоже за Северуса Снейпа отвечаешь зубами, прям всей хуйней вытаскивает. Ты в ДЦ, надеюсь. Так, за Блуди... Чаманы не присумонили. Дайте шкаф Локи и присумоньте Лазипанк. За Блуди Анджела, за Протопала отвечаю я, короче, Лазипанк и Хатау. А за других, за третьего танка, Мытя, там, короче, ну все по чуть-чуть какую-то хуйню кастуете, вдруг повезет. Так, там чек... типа два танка, там можно похуй. Чек на локов. Надо чекнуть на локов. Казар, дай, пожалуйста, шкаф. Сменем Лазипанка, ленивую свинью. Ну, Лазипанк теперь. Ну, так лэйзи. Понимаешь? У меня так-то камень на КД. Короче. Лазипанк, да, тоже. Лазипанк. Ну, что-то ленивая хуйня там какая. Лэйзи ленивая, панк там, урод или что-то такое. Ну, все, это, Хотау отошел, так что, ну, молимся. Чек на пул. Хотау. Я не отошел, я ем и смотрю, как вы бьете босса. Ну, ты ешь, только хиль. На танках омоложение, восстановление, жизнецвет. Погнала! Да у вас 4 хила. Дудутипка в ШП. Да у вас 4 хила, вы чё, балдели? Кто-то упадет, я тебе, ну, ГП дам сотку. Понял тебе? Негодяй. Слышал, Дудутипка? Зачем я тебя спекал, ну, кидал в пятую группу, ты подумай. Дядь, лови свет. Ты чё там, свет ловишь? Понимал. Лол. Давай, Блуди Анджел. Подбегай к боссу ближе, а то ты это долго, далеко будешь от копии. Вот, красава. Так, попробуем захилить. Бежала на него, он вихрь кастанул. Thank you.
хилю с трех рук вас. Давай БЗ, давай БЗ. Дал крыла тебе, вдруг повезет. Давайте. Ей-ей, копию заберите с Холипала. О господи, только не сегодня. Мы тебя живи. Все правильно, веди копию на меня, чтобы я сдох. Ну, ура, да. Я не умерла. Ты без меня захилил. Да ты не умерла, потому что я сказал, трем хилам тебя хилил. Там лестница? Лестница, ну типка, блядь. Шторм. То он меня, короче, подставил, я к нему бегу, а он начинает шторм кастовать. По стеночке аккуратно идем, там широко не распространяйтесь, по яйцам бегите прям. Жить. Вот для тех, кто не может уворачиваться от вихря клинков. Рыба для тех, кто ходит в рейды Войда. А я спряталась здесь. Сейчас никто не рыбу не будет есть. Войд, я устал, я не хочу болеть. Но основной целью врага была. Так, хата. Блять. Чё? Ты не можешь нажать на маунта, приехать сюда. Так я нажал на маунте, я катаюсь возле инста. Ой, кикни его, пожалуйста. Это кто сказал меня кикнуть? Всё, начинаем. А чё ты делаешь? Почему мы без тебя тут? А ёпте, вас там 4 хила, вы чё там не захилите ну сейчас? Ну что, ну а какого фига? Мы хилим, а ты где-то бегаешь у инста. Да можешь тоже не хилить, можешь со мной поесть, угощайся. Охуеть просто. Все, успокойтесь. Я прошу прощения, у меня ЧП произошло, у меня унитаз лопнул, я у меня сижу, у меня уже жижа вытекает, все липко. Говно. Это из великого зуба, да? Блядь. Лопнул унитаз, и блядь, ЧП, не знаю куда обращаться, что делать. Окей. Еще пати там будет. Шок. Это. Ладно. Срочно, мужик. Пати будет, алло, пати. Он же женатый человек. Хорошо, ты. Давайте я ВДК спекаюсь, да? Я уже поел. Сейчас подумаем. На что мы там думать, просто у нее вроде нету ДД спека, насколько я помню. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, ну бегите на ту сторону пока. Свет будет тончить. Блоди Анджел, смарткил на него напулишь. Так. Первая, вторая, выходите в свет. Лови свет, тоже выходишь с первой пати. Третья, четвертая, остаетесь во тьме. По хилам, ну и остаешься в свету. Первую, третью диспелишь. На свет выйдет Лэйзи Панк тебе на помощь. Во тьме остается. Что? Вот, извини, мыть опадал, бахните на него приставав, пожалуйста. Так, давайте мне... Танки, пожалуйста, имеющиеся 3 БДК, скажите, кто из вас затанчит тьму? Есть такие? Так, можешь попробовать, да? Я потанчу. Мытя, ешь рыбу? Мытя потанчит, короче.
Так, Мытя, значит, начинает тончить тьму. Так, во тьме остаются третья, четвертая группа. По хилам Изи, Вэй и Хатай хилят тьму. Не уроните Мытю. Ставлю лут. Что-то мы тут уже долго, 20 минут. А, роль на АДК. Просто уточняю. Рольте, рольте. Так. Просто сначала... Сначала не правильно. Готовь. Все готовы, Мытя, начинай. Смерть минус 100 крову. Милики, оттянулись. Уру, от огня поставь, пожалуйста, РПЛ. Бежали. Мытя, подходи к боссу, заходи сразу. Рейд, подождите. Заходим. Ходите, если посмеете. Так, тьма. Тут хилы во тьме получите по 200 кп. Если вы не здесь пылите лока, любой из вас. А кто сказал диспелить? Ну, кому ты сказал? ПДК упал. А чё у тебя, нету диспела на панели? Падай. Сам ты назначил кого-то на диспел. Изи Вэй, у тебя есть диспел? Хатай, у тебя есть диспел? Так я диспелил. Ну... Давайте диспелить тогда через 20 секунд. Это нормально, по-вашему? Ну, как бы обычно назначают просто, поэтому... Ну, а вот не назначили, тогда мы не будем диспелить, да? Это что за хуйня? Вы что хотите сказать, я виноват или что у вас? До диспела руки не тянутся. Я в наручники вас заковал, да? Ну, сказал бы Лок, чтобы сдиспелили. Почему он молчал? У Лока нету микрофона. Это во-первых. Во-вторых, диспелить надо, если даже вас не назначили, блядь. Он сам себе может диспелить. Сука, завязывайте. Нет, я не слепой, просто обычно, понимаете, обычно, короче, находится до хера таких типов, которые, блядь, диспелят, просто им сказали или не сказали. А тут сейчас сдиспелишь и будут тогда пиздеть. О, блядь, а какого хуя ты диспелишь, блядь? К хилу такого не говорят, не знаю, что ты... Да посылаешь. Ладно. То есть... Лок стоит у края, ты сдиспелишь, на тебя нагонят. В каком рейде такое произойдет? Это кто, Изи Вэй так говорит, да? Да, это я так говорю. Ты, ну, сказки-то не придумывай. Давай, ты будешь диспелить. Хорошо, и, я буду диспелить, без проблем. И не поздно, ну, сразу, типа... И в следующий раз, если я там забуду назначить, это не значит, что, ой, блядь, не назначили, я там, ну... Хуй знает. Не надо такой хуйни, ребята, блядь. Вы должны быть самостоятельными хотя бы иногда. Ну понимаешь, тут как бы и присты во тьме весь рейд был. Все забейте, упали, то все равно не парят. Так, давайте сделаем вот такую интересную штуку. Северус Снейп. Блядь. Северус Снейп, короче, Северус Снейп, спекнись танка. Если Мытя умрет, то ты перехватишь босса во тьме. Может быть, так получится. Пошел вот. Thank you.
внимание. Чек на пол. Так, мытья заводи. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Метеор. Русский тот метеорит. Если ты что-то говоришь. Твой-то не слышно. Бежим. Перебежали. Заходим. Прохил БДК. Прохил. Ну. Я его захилил, не ссыть. Сейчас лезвия будут, аккуратно. А на мытье там играет кто-то еще, кроме этой девушки? Не знаю. Лезвия сейчас будут. Первая, вторая, приготовьтесь на выход. Спереди портал. Первая, вторая, выходим. В свиту рост. Не спал. Охуенно. Альву магу, может просто стопнуть магу? Давайте бьем. Может выйти на пули сразу? Сразу был на пул? Так, из тьмы выходите. Off-word, никчем, лояльность. Во тьме стопните пока что. Выходите и бейте босса. Ни к чем лояльность. Не бегите. Диспель, там с той стороны. Ёб твою мать. Так. Свет, стопните дамаг. Что, тут утип поднять, может, чешо? Давай поднимаем. Свет, стопните пока. 50. Вот, 50 будет, бейте. Будет 40 светов, форт обратно в тьму зайдешь, попрыгаешь. Ты заебал. Охуенно под дыхание носишь. Пока стопну в свету. Первая пати не бейте в свету. Сейчас там лезвие и тут зайду. Первая пати не бьем. Свет притормозите. Все бьем. Лояльность, как дела у тебя? По мане сейчас сяду, этой зимой говорит. Ну и фиг. Так, свет стопните. Первая пати, а остальные бьем. Типка бей. Чем выносить?
все бьем. Че у тебя с маной там? Ну, я на мане. Ну, есть мана? 1к, нету. Сейчас зайду во тьму. Свет притормозит. Да, у меня есть. Вот сейчас не заходи, сейчас будет этот лезвие. Аккуратно, это Слава. О, помер. Откливо. Ладно. Свету притормозите первая пати пока. Мыть, чуть-чуть мягче поворачивай босса. Бегите, свет. Все бейте, короче, не стопайте ничего. Давайте. Блять, я там соло хилил. Шумана мана села. И у меня уже села. Последнюю тоже. Секунду у тебя упал, я стаунтила. Пригодилось. Хилов вот мало оказалось. Да не хилов, ДПС у вас что-то мало. Угу, очень мало ДПС было, медленно. Очень били. Мало ДПС, потому что 10 человек от клива умерли в свету. Ну вот. Поэтому мы по мане сели. Я ее хилил как мог, всех хилил. Да у вас и шмат похилил. Быть, я не, знаю, не, она там минут. Под конец и вурдалака прожала и сожрала его. А, когда материальность меняется, то попробуй сам захилить. Так тут же нету восполнения вообще, в тьме не было. А что, у нас паладинов не было? Блять, это понятно. Это пал в свет вышел. Ну да, заебись, там... Да там не только... Что там упало? Кольцо рольте. А что еще упало? Блять, поднимите. Плащ на танка тапки. На оф можно кольцо, если никто не ролит? Давай. Ролит он. Это на оф или на что это? На что вы ролите? Так. Кому это кольцо идет? Котам, вроде рогам, да? Ретрикам. Ретрикам, а ролят какие-то... Так, лояльность. Ну, на оф, я не знаю, на что они ролят. Ладно, короче, дам Даринону, а там разбирайтесь сами, кому нужнее. Блядь, где какая-то... Давай, плащ кидай. ТЛК сейчас будет, Рикадан? Или в 17? Сейчас. Рольте плащ. Еще раз изивей, но я. На мейн, на танка. Сейчас обычка или легендера? Обычка, конечно. Так, заходим на ИП. Кто-то на ИП сейчас заходит. Алло. Я захожу. Не, наверное, не будет. Так, кто-то заходит еще или что там? Да вчера две было. Так, все, начислять можно, да? Чё по осколкам? Мне 20 штучек осталось.